Ну что же, друзья, я прямо сейчас нахожусь в Pet-симуляторе, и это экстренное включение, ведь я сегодня решил посмотреть все сливы нового обновления, и я там нашел просто сногсшибательную информацию по поводу чего и по поводу того, что нам добавят в игру. Короче, друзья, сегодня я вам все покажу и обязательно досмотрите видеоролик обязательно от начала и до самого конца. Но перед началом небольшой конкурс. Хочешь получить себе на аккаунт вот такого хьюч питомца? Тогда прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Роблоксе. И все итоги у нас будут на 500 лайков. Поэтому прямо сейчас участвуй в конкурсе. Ну а мы начинаем. Приятнейшего тебе просмотра. А, нет, кстати, вот победитель из предыдущего ролика. Приятного тебе просмотра. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получите свои робоксы в течение 5 дней. Ну а для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робоксы для всех. Ссылочку на сайт и на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите как можно быстрее. Ну что же, друзья, как я и сказал, обязательно участвуйте в конкурсе и давайте будем начинать. Сегодня видеоролик у нас будет довольно-таки коротким, но сегодня я тебе покажу просто сногсшибательную информацию по поводу нового обновления. И там просто угарнейший питомец, друзья. Вы такого питомца еще никогда в своей жизни не видели. Я думаю, те, кто посмотрели на превьюшку, вы уже поняли, про какого питомца я сейчас говорю. Но давайте я вам сейчас его быстро покажу. Я вам сейчас буду купить в моей любимой твиттер-аккаунте, там, где все сливы Pet Simulator X. И давайте спустимся немножко ниже и посмотрим, что у нас здесь есть. Самый первый питомчик, которого нам добавят, это вот такой вот новый питомец Cat Kawaii. Вот такой вот Kawaii Pet, я не знаю, это анимешный Pet, потому что вот такие, видите, анимешные зрачки, и выглядит это, в принципе, довольно-таки прикольно. Да, конечно, американцы, походу, не очень понравились, вот эти какие-то черепа кидают. Ну, короче, да, это у нас анимешный скин, возможно, будет какое-то анимешное обновление. Если что, у нас уже было анимешное яйцо. И ладно, давайте спустимся немножко ниже и посмотрим на вот это. Да, друзья, я не знаю, что это за питомец, это Титаник Блубфиш, и это выглядит просто очень странно. Вы просто посмотрите на вот этого... Посмотрите на комментарии, все комментарии складываются чисто из-за таких вот черепков. Ну, я думаю, вы знаете, что это за мем такой. И это просто так смешно выглядит, друзья. Это просто какой-то капец. Да, здесь уже свои фотки скидывают. Ну, короче, вот как это выглядит, это просто угарно. Вы посмотрите, как это смешно выглядит. Вот такой вот Blobfish, и вот так это будет у нас новый Титаник. Это единственный Титаник, который я хочу получить себе, друзья. Это просто, это такой угар. Как вообще могло такую допустить ошибку, я не знаю, чтобы добавить этого питомца? Ладно, возможно, даже это не ошибка, это будет реально такой питомец. Возможно, разработчик Престон даже специально сделал такого смешного питомца, чтобы его все захотели. Это реально выглядит очень смешно и очень странно, и зачем такое добавлять, я даже понятия не имею. Но возможно, Престон знает, что он делает, и он добавляет вот такого вот питомца. То есть, да, пока что это все сливы, больше сливов ниже у нас немножко нету, потому что, как бы, прошло всего лишь сколько? 5 дней спустя обнову, еще сливов не очень много. Завтра, послезавтра уже будет намного больше сливов, новые локации, новых пэтов. Но, судя по вот этому вот питомчику, мы можем понять, что у нас будет анимешное обновление. То есть анимешная локация и все это в том духе. А вот этот Титаник Блубфиш, это у нас будет в эксклюзивном яйце. То есть у нас будут еще питомцы. Я просто смотрю на эти комментарии, я просто угораю из них, друзья. Я просто угораю. А, вот еще один пользователь написал, что он хочет такую плюшевую игрушку. Да, это так смешно выглядит, что это просто капец, друзья. Ну просто оцените вот этого питомца от 1 до 10. Я когда увидел, я сразу пошел для вас записывать ролик, потому что это очень угарно. Просто это мега угарно. Даже лайк хочу поставить. Но я не вошел в твиттер, поэтому не смогу поставить. Ну и вот такой вот прикольный питомец тоже. Что у нас здесь по комментариям? По комментариям у нас тоже... какая-то фигня, друзья. В комментарии там что-то непонятное. Ладно, вот такие, в принципе, два слива и вот такой вот шикарненький Blobfish. Напиши в комментариях, хотел бы ты получить себе вот этого питомца или нет. Я, конечно же, просто хотел бы, моя мечта. Это самый-самый крутой питомец, которого могли только добавить Big Games в Pet Simulator X. Это выглядит реально очень-очень смешно, друзья. Ладно, на этом будем уже потихонечку заканчивать. Спасибо тебе огромное, что ты посмотрел видосик от начала и до самого конца. Но с тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся.